Можно ли для понижения pH использовать аккумуляторный электролит? Это вообще моя самая любимая тема. Как известно, аккумуляторный электролит – это не что иное, как кислота азотная или серная, и по сравнению с фабричным pH down он стоит, соответственно, дешевле. Однако, дело в том, что кислоты, которые используют в промышленности, значимо отличаются по степени очистки от примеси. То есть, скажем так, это да, вот, аккумуляторный электролит – это кислота грязная, то есть это нельзя ее в в промышленности использовать, особенно так как гидропонный питательный раствор, вообще как бы метод гидропоника, это стерильность, то есть экономии смысла нету, да? Кислота, используемая в качестве аккумуляторного электролита, относится к категории B, то есть это техническая, вот правильно, да, я думаю, как подобрать это слово, технический классификация, понимаете? А по сравнению с кислотой категории А, да, то есть наша азотная кислота, по сравнению с кислотой категории А, которую вот мы используем, предназначена для использования в пищевой промышленности. Типа также лимонную кислоту туда тоже можно отнести.